Привет, ребята! Мы сейчас собираемся и поедем в торговый центр покупать Лере сережки, потому что где-то месяц или даже два месяца назад она потеряла в школе сережку. И все это время она ходила... А, не в школе. Это в школе она потеряла предыдущие разы. Уже два раза она потеряла. А, подожди. Один раз ты потеряла в школе, второй раз где-то в сумке. Я потеряла, потому что я упала от угла, у меня тут срамик на ухо был. Вот ага, а в этот раз мы не знаем, где она потеряла, а как-то перед сном она увидела, что нет. Мама перечистила мне ухо, и у меня кровь пошла. Ну ладно, давай не будем об этом. Да, будем. Короче говоря, сережки нет, мы весь дом обыскали, ее нигде нет, поэтому нужно купить новую. Да, и по видео я тоже пыталась понять, когда же это случилось, потому что реально мы не знаем. Но в этот раз мы не будем брать золотые, а возьмем серебряные в случае потери, чтобы не было так жалко и чтобы они были недорогие. Ты согласна? Согласна. Он не заряжен на серебряную кнопку. Серебряная кнопка? Сегодня у меня на губах матовая помада, и мне очень нравится, как она смотрится на мне. Вот такая, кстати, помада. Название. Вот NYX. Где ты нашла? Hello Kitty. А, Hello Kitty? Ой-ой-ой, у нас тут все заходит, весь наш этот бардак. Мы уже приехали, идем в торгушку. Сегодня такой день, немножко неудачный, как мне кажется. Я в обед вырубилась и спала где-то часа 3 или 4. Ну, видимо, я очень устала. Хотя я спала еще и до 11 утра. Я не поняла, что это все уже к Рождеству, все украсили. Ну и вот так вот прошел сегодняшний день, поэтому мы только к вечеру выбрались. Но зато я отдохнула. Зато я смогла делать. Вот смогу спокойно. Я нарисовала две страницы. Здесь тоже есть. А, да? Смотрите, как красиво. Зонтики тут. Зато Лера что-то там нарисовала, потом мы покажем, что он там делает, да? Ух ты, как красиво. Ой, как мясо пахнет. Как классно, они здесь все украсили. И главное, я не могу нормально спать, потому что слышу их разговоры, слышу, что они там смотрят по телефону, и мне какой-то сюжет снится, как будто бы я там с кем-то разговариваю, кто-то мне там звонит, что у нас там очень много дел, которые я не могу сделать. Короче, я не могла никак расслабиться и нормально отдохнуть. Но это папа смотрел. Все равно отдохнула вроде как. Это папа смотрел, он какую-то новую дораму смотрит. Какой-то там цветок. На зарядке поставил. Адский цветок. Адский цветок. Он на зарядке поставил, облокотил на тумбочку и лизит там. Кстати, знаешь, что в Корее Ли Джун Ки не особо популярен, потому что у него физиономия похожа на женскую. Физиономия? Да, у него подбородок V, какой, блин, у него просто идеальные формы, а в Корее девушки бесятся, когда парни красивее них. Да ты чё? Потому что... Ну, знакомые могут сделать замечание, что там твой парень, допустим, красивее тебя. Такой тоже могут сказать между друзьями. Поняла? Что понизит их самооценку? Мы уже тут смотрим. Вот есть серебро. Но что-то выбора не так много. Гвоздики нам советовали взять. Гвоздики? Да, в Инстаграме подписчики советовали. Но я тоже думаю, надо гвоздики, чтобы они прям... Сели и все, и не сползали никуда. Захочешь, даже не снимешь. Вон, смотри, еще такие. Но это 14K. Есть еще золотые, только проба поменьше. Сейчас посмотрим, определимся. Что-нибудь да найдем, я думаю. Но надо, чтобы Лера выбирала тоже. Ну, она говорит, либо эти, либо вот эти внизу. Угу. Но внизу это висюльки. Ну, висюльки это опасно. Почему серебро? Если она потеряет, чтобы не жалко было? Да? Да. Все, мы купили сережки. Ну-ка, покажи. Какие мы взяли? Их можно? Вот такие звездочки взяли. Внизу маленький жемчуг. Подходила бы по морю. Ну-ка, другую. Угу. Подходила бы по морю. Там же есть такие звездочки под водой? Подходит. И вот эти жемчуги. Ну, подходит же. Вот эти. Кстати, это вроде серебро. Вот нам здесь дали certification. Но мы спросили, можно ли мочить. Они говорят, нежелательно. Это что значит? Это что значит? Каждый день надо надевать, снимать. Не, я не буду.
Ну, мне кажется, они просто так сказали. А так мочить можно. Ну как это, серебро нельзя мочить? Да? Мам, ну ты не будешь мне вот так прям поливать? Ну, в ухо не буду, но голову мыть когда? Да, буду нырять под водой. Когда умываться? Когда в парке я же научилась нырять под водой. Ухо это будет водить. Сюда мочиться. Лера сразу надела свой ободочек с тыквой. Какие пончики Коля взял? Ну, готовятся же. Вот такие разные. Это, наверное, Лера выбирала. Нет. Ну, здесь особо выбора нет, это уже Лера, ничего не осталось. Лера. Здесь Лера, ешь блубери и стробери. Сейчас напиток приготовится. Молочный чай с твоими шаричками. А это тебе красиво? Что там? Сладким? Теперь мы ходим по магазинам. Мне вот такие сумки нравятся. Очень прикольно смотрятся. Разные есть расцветки. Ну да, их так можно носить, а можно через плечо, как кроссбоди. Ой, здесь порвалось, что ли? Надо уйти отсюда. Лера мне говорит, что-то у меня мало кроссовок, я хочу какие-нибудь новые. И вот привела нас в магазин, где продаются разные кроссовки. Увидела модель Фила, взяла сама и вот хочет примерить. У нее из кроссовок только вот эти адидасовские кеды. Просто мы, да, у Керри тоже такие, только на размер больше. Просто мы не берем много, потому что у нее нога очень быстро растет, и она не успевает носить. Ну как? Нормально? Нормально. Ну-ка, встань. Ой, смотрится очень даже стильно, красиво. Конечно, да. Голографические, да? А есть еще вот такая модель, я не знаю, как бренд называется, вот так вот вроде бы. XR, Yoka, что-то такое. Ну, просто расцветка прикольная. Вот есть еще такие, тоже классные. Насчет размеров не знаю, надо поискать, но я думаю, что будет. А, нет, у тебя еще есть кроссовки, помнишь, которые светятся? Еще такие есть. Ну, что-то она перестала их носить уже. Не нравится, что ли? Когда я приехала из России, такое ощущение, как будто они чуть-чуть большеваться стали. В итоге Коля нашел в интернете намного дешевле, хотя такая же модель, такой же бренд, поэтому закажем там. И сколько нужно ждать? Ну, ждать немного, 2 дня, 3 максимум. Если та одежда за месяц была, значит, это из другой страны. Нет, та была из Китая, это из Кореи будет. Месяц. Сегодня очень мало народу, хотя воскресенье. Интересно, почему? Может быть, уже поздно, но сейчас начало 9 часа, может, поэтому. И уже потихоньку все появляется такое зимнее. Ну, там варежки, шапки, всякие перчатки, эти наушники, пуховики даже уже появляются потихоньку. Правда, еще не так много, возможно, даже старые коллекции. Вот, но уже... Все к зиме. Вот это какая. У Коли вечная проблема. Он на осень, на весну всегда ищет себе какую-то ветровку. И обычно не находит ничего. Либо же какую-нибудь джинсовую куртку типа этой. Лера говорит, мне кажется, у папы есть одежда только на лето. Почему тебе кажется? Не, ну, везде футболки у него. Ну да. Постоянно в штанах ходит. Есть такой косяк, есть. Четко, да? Нормально все? Но если не застегивать, либо если ты похудеешь, как бы. Хотя если застегнуть, то тоже нормально. Руки вытяни, нормально? По ощущениям. Что делать? А что? Нужно? Взять такую. Слушай, надо брать, смотри, цена 15 тысяч на вот эти все ветровки. Можно сказать, у меня. Раздевалка. Вот бежевая есть, клетчатая. Это бомперы. Вот эту Коля мерю. И есть еще другой беж. Вот это тоже ничего, кстати. Вот тоже классная курточка. Тейди. Очень теплая. Но это мужская. Внутри как плащевка идет. Может, она двухсторонняя даже? Скорее всего, да, она двухсторонняя. Да, у тебя есть, но уже маленькая, наверное, стала. Слушай, примерь вот это прикольно. Да, она двухсторонняя.
А, да, ну надо зашить тогда. Вот, она, видишь, двухсторонняя. Как ты себе это представляешь? Сейчас я пойду спрошу. Круто, есть разные расцветки тоже. Вот эти курточки тоже классные, они тоже двухсторонние. И, походу, это новый тренд. Очень стильно смотрится и практично. Ну, насчет цвета, конечно, не совсем практично, но ничего страшного. Цвет настроения белый или бежевый. Интересная сумочка на зиму. Тоже вся такая плюшевая. То ли ведерко, то ли рюкзак. Но миленько смотрится. А еще вельветовые. Что одевать? Ну, молодец, нашла куда деть. Коля все-таки купил эту курточку. Довольный. Так что мы идем дальше. На какой этаж? На 4-й идем. Ой-ой-ой, господи. Чуть не врезалась. Ну все, уже появились носочки с Christmas, рождественские. Твои? А, где они? Где носки? Надо поискать. Нету их там. Снова мы пришли к туфелькам. Это зимние, да? Это уже зимние, с начесом. Ну вряд ли ты их будешь носить, они неудобные. У нас же есть уже такие. Но только летние. Без начеса только. Вот так джинсовую куртку носят. С худи. Красиво смотрится? У тебя худи есть, теперь нужно джинсовую куртку. Пообъемнее причем. Но она маленькая, она укороченная. Вот детские тедди. Мне кажется, тебе вот этот пойдет. Там розовый есть. Сердечко замочек, да? Смотри, школьная форма на тебя. Там и жилетка, как у мамы, и юбочка в клетку, и пиджачок. Обожаю корейские кафешки, они такие уютные. Вот здесь вот на улице пить кофе. На цыпочках? На цепочках, говорит, ходить. У всех кафешек свой неповторимый стиль, да? Да, у всех свой стиль. Вот здесь тоже, ну там мало мест, правда. Прошло ровно 2 дня с момента заказа обуви в интернете. И вот сегодня курьер оставил под дверью вот эту модель, которую Лера хотела. Точно такая же, только Т. Правильно? Эта правильно. Модель называется, сейчас я вам скажу. Это Фила, модель называется Barricade Dex 97 Low Kids. Модель не новая, но именно вот такая вот расцветка с голограммой, новинка. Я не помню, мы говорили, что взяли размер 190, потому что 180, ну так, впритык. В принципе, можно носить, но Лере некомфортно. А вот это 190 вроде нормально, да? Нормально? Много непривычно, но так всегда. Я не могу поверить, что у Леры уже такая огромная нога. Я помню, недавно мы еще брали 170, еще до этого 160, 150, а теперь вот 190 уже. Давай, давай. Еще у нас для вас есть кое-что, сейчас покажем. Помогай. Для вас, это для нас. А, да. Ну, короче, это подарок. Колин друг подарил нам на чусок. Это мой начальник. А, ну, друг-начальник по совместительству. Это подарочный набор с корейским красным женьшенем 6-летним. Угу. Интересно, как он выглядит, как принимать. Сейчас я открою. Вообще женьшень. Здесь сколько получается? Женьшень. Женьшень в Корее очень популярен, и его пьют абсолютно все. Он очень полезный. Но мы еще вот, не пили, видишь, правда. Он выглядит вот так. А, каждый, блин, наверное, невкусный он. Пакетику. Ну да, скорее такой, всего. Такой, наверное, терпкий такой-то, с ГПТ такой, наверное, да? Ба-ба-ба-ба-ба, вот такой, наверное, да? Да. Он еще и 6-летней выдержки. То есть, чем дольше, тем дороже и полезнее. Прямо как, что там есть? Как вино, что ли? Что там выдержка бывает? Ну, это, естественно, не алкоголь. Крепкий алкоголь. Да, это вот настойка женьшеня. Не знаю, как это делается, но очень интересно. А детям можно, знаешь, это пить? Что мне интересно? Вот такая упаковка, да, у них подарочная, красивая. Нам ж неохота даже пить, просто вот так оставить, чтобы... Крычи. Так ты не ответил, детям можно пить? Можно. Можно? Да. Или даже нужно? Просто я видела, для детей есть отдельно. Ну, это, наверное, со вкусом каким-то, знаешь, таким. Ну, детские такие. Да. Наверное, они вкусненькие.
А давай прямо сейчас ты попробуешь. Я давай. Вообще-то уже зуб почистил. Ну ничего страшного. Ну, это же не еда. Я вкуса описать не смогу, потому что зуб почистил. Ну дай мне, я не чистил. На, я тебе открою. Ну давай, не пуха. Так, мы возьмем. А мне запах так не нравится уже, противный такой. Запах какой-то, знаешь, пей. Настойки такой травы. Не поняла что-то. Немножко сладкий. Сладкий? Не, не сильно, но такой какой-то. Дай я попробую. Все мимо, а, мать. Ну как? Понравилось? Что это такое? Главное не на ковер. Иди, мой руки. Только не этот, не испачкай. Коротко. Я не буду пить, хочешь? А там нет этот, с другой формы. Что-то он не очень вкусный. Ну, но это же полезно. Это полезно, это да. А значит, надо пить. Твое здоровье. Ой. Пей. Ой. Ну, надо привыкнуть. Надо привыкнуть. Я даже остатки напью. Давай стакан нальем. Хорошо, что у меня вот поднос есть, да? А то бы сейчас на новый ковер прям все херакнуло мне. Николай отказался пробовать, но, по-моему, он пробовал где-то. Да? Ты пробовал? Да. Так что ему этот вкус знаком. Кстати, он похож на ту настойку, которую нам давали после ДТП, помнишь? Что это было там? Тоже травяная, что ли, какая-то была? Тоже похожий такой вкус. Чего там твои штаны вот так висят, портят мне весь фон? Ну ладно, ребят, на этом мы будем видео заканчивать. Если оно вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, на канал Коли. Там у него выходят видео с корейцами, его друзьями. Очень интересные. Также вышло видео с рецептом корейских отбивных. Вот, так что подписывайтесь, все ссылки будут внизу в описании. И увидимся с вами уже в следующем видео. И всем пока-пока! Скажи пока-пока! Пока-пока! Пока-пока!